Привет, привет, мои хорошие. Наконец-то у меня появилась свободная минута, несколько минут, чтобы снять купальники, которые мне пришли на обзор. С этого сайта мне уже приходили купальники, я вам их уже снимала, было 6 купальников. Сейчас пришло тоже 6 купальников. Распаковку я уже сделала, в принципе, посмотрела, что пришло, но снять времени просто не было. Открываем. Опять 6 купальников. Купальников много не бывает. Для тех, кто сейчас начнет мне писать, что куда вам столько купальников, кого соблазнять и так далее. Вы не переживайте, мне есть кого соблазнять, я замужняя женщина. Во-первых, во-вторых, носить где и куда я найду, так как летом, почти все лето будем проводить на даче возле моря. За нас не переживайте. То, что мне не подойдет, я, в принципе, я найду кому отдать. Единственный слитный купальник в этом заказе. Еще раз повторюсь, что купальники пришли на обзор, я их не покупала. Мне их отправили бесплатно для того, чтобы я показала качество товара, который продается на их сайте. Сайт называется вот так. Вот. Слитный купальник. Так, я чуть подальше отойду. Секундочку. Ай, детки спят. Пока. Поэтому громко говорить не могу. Вот такой вот слитный купальник. Низ полностью черный. Сзади немножечко цветная полосочка. Все модели купальников выбирала, естественно, я сама. Защитная пленка остается, конечно же. В прошлый раз я смотрела, все купальники идут с подкладом. Все буквально. Надеюсь, на этот раз тоже. Везде есть подклад. Чашечка. Съемная ли? Да, съемная чашечка. Вот здесь снимается. Отсюда выходит. Завязочки. Я уверена, что этот купальник не подойдет. А все купальники на этот раз тоже размер L. Я хоть и надеюсь похудеть, но все-таки я понимаю, что это может не свершиться, потому что физических нагрузок у меня, таких специальных для похудения нет пока. Повторюсь, в прошлый раз я говорила об этом. Все швы очень аккуратные. Вот. Все очень хорошо обработано. Я надеюсь, в этот раз тоже качество не подведет. Вот. Ну, я не знаю даже, что вам показать. Все очень аккуратно, все очень хорошо. Никакого запаха. Все купальники приходят в таких индивидуальных пакетах. Так. Мне нравится. А потом под видео в инфобоксе я обязательно оставлю ссылочки на эти купальники и напишу свои параметры. Объем бюста, бедер. И напишу, какой купальник на меня сел. Второй. Так, мне очень нравится эта расцветка. Такой вот бикини. Мне кажется, он на меня сядет неплохо. Хотя, вы знаете, вот такие трусики, они не полностью закрывают попу. Раньше, да, полностью закрывали, но так как после родов пятая точка моя выросла. И получается, что они не полностью закрывают попу. Трусики тоже все с подкладом. Так, сейчас бы отодрать бы. Вот. Качество. Сотый раз хоть буду говорить. Бесподобное. Поэтому мне, честно сказать, не стыдно. 101 раз тоже показать купальники с этого сайта. Вот, пожалуйста. Все очень аккуратно. Трусишки. И вот такой вот интересный бюстгальтер. Даже не знаю, как вам его показать-то. Он спереди завязывается. Наверное, я вставлю картинку. Наверное, тоже не факт, что смогу смонтировать так.
меня сейчас такое время, знаете, монтирую быстро-быстро, лишь бы смонтировать. Потому что не бывает времени. Ну, как-то так, да? Ну, конечно, это бывает. Не сидит не так, но я просто хочу показать качество. Картинку все-таки я вставлю. Чашечки есть, они несъемные. Чашки несъемные. Сзади вот все регулируется, бретельки регулируются. Никаких торчащих ниток нет. Можно носить и без бретелек, по-моему. Нет, нельзя носить без бретелек. Ну, в принципе, да. Я такая интересная. Куда такой купальник носить без бретелек? Уже держаться не будет. Короче, как-то так. Но качество очень хорошее. А кто хочет посмотреть, как сидит купальник, может перейти по ссылкам и посмотреть. Некоторые модели там надеты на девушках, некоторые просто показаны. Вот этот яркий мне очень нравится. Вообще я люблю, чтобы купальники были яркие. Трусишки. Интересные такие. Да. Сзади такая сборочка. Я не знаю, вам видно или нет. Да, сборочка вот здесь вот идет. Она должна тянуться, мне кажется. Да, тянется. С внутренней стороны покажу. Здесь есть нитка торчащая одна вот. Ластовица. Прилипла нитка. Ну, швы, как и говорила. Вот они. У этого купальника тоже, знаете, такой интересный бюстик. Когда его открыла, пакетик, долго не могла вспомнить, как он надевается. Ну, как-то вот так он надевается. Вот. А вижу такой минус один. Вот, смотрите. Когда будем носить вот так вот этот бюстик, вот здесь вот задняя часть виднеется. Не есть хорошо. Срезать ее не получится, наверное. Не знаю, посмотрим. Вот так вот, видите? А чашки съемные. Швы. Все аккуратно. Вот это вот минус один небольшой. Вот здесь прям все очень аккуратно. Расцветка мне прям, я тащусь от этой расцветки, желтый вверх и вот такой вот низ. Идем дальше. Черный купальник. Ну как же без черного купальника? Такс. Вот такие черные трусишки. Здесь по краям это типа вышивки, что-то такое. Черный цвет всегда очень сложно показать. Внутренняя сторона, наружная сторона. Повторяюсь, все с подкладом. Все с подкладом. Вот. Бюстик. Тоже с чашечками. Съемными. Вот отсюда снимаются чашечки. Бюстик вот такой вот классика. Ничего лишнего. Вот такой замочек. Ой. Но я вообще люблю купальники больше, которые на завязках. Не знаю, почему мне больше так нравится. Потому что когда купальники на замочках, они не всегда вот здесь по размеру подходят. А на завязках вы можете отрегулировать, завязать так, как вам удобно. Так, 4 купальника уже показала. Абелюровый. Знаю, как-то вот
буду я его носить или нет, не знаю, но почему-то у меня приглянулся. Хотя, мне кажется, я его носить не буду, потому что здесь и трусики такие, по мне, так они очень открытые. На фото это выглядело более закрытым. Видите, такое ощущение. Да, и это не ощущение. Мне не показалось. Вот разницу я вижу. Сейчас вот, чтобы не быть голословной. Ага, оба края соединю. Я не знаю, может, это модель такая, но чуть-чуть вот есть разница. Видите? Ну, это немножечко вот. Перед. Ткань красивая. Ой, на загорелом теле, конечно, это будет смотреться очень красиво. Снутри белая. Подкладка это. Бюстик вообще манюсенький. Я его когда открыла, сразу поняла, что он мне маленький. Съемные чашечки, белая подкладка. Здесь все аккуратненько. Все регулируется. Но мне кажется, он очень-очень-очень мал. Хотя это размер L. Элька. Я представляю, как у них выглядит S-ка, если это Элька. Так, и последний купальник с трусиками завышенной талии. Я всегда, когда вот такие трусики вытаскиваю, что они такие огромные парашюты. Можно полностью в них залезть. Но нет. Когда наденешь, мне кажется, они не такие большие. Хотя предыдущие я надевала. Сел он хорошо. Думаю, это тоже сядет. Розовые фламинго. Здесь сборочка. Швы, как обычно, все прекрасно. Все хорошо. Так, и такой, как короткий топ. Бюстик. Без никаких замочков, завязок и так далее. Чашки съемные. Вот отсюда снимаются, если нужно. Ни у одного купальника запаха нет, поэтому я на этом не обостряла внимание свое. Мне кажется, из всех вот этот на меня сядет хорошо, потому что я вижу, что здесь чашечки более закрытые. Грудь не будет со всех сторон вылезать. Ну вот, все 6 купальников я вам показала. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Мне очень, очень интересно будет. Какой из купальников вам понравился? Понравились ли они вообще? Интересно будет послушать ваше мнение. Но я всегда прошу, когда вы высказываете свое мнение, будьте очень корректны. Не надо называть вещи теми словами, которые вы не хотели бы услышать в адрес своих вещей. Не нужно называть так вещи, потому что как бы ни было, вещь это все вкусовщина. Кому-то нравится, кому-то нет. Поэтому говорить, что вот это какашка, вот это говно, а вот то, что я ношу, это там супер такое, не стоит. Не нравится, можете написать, ну, мне не нравится, я бы такое не купила. Или вот эта модель, например, давно не в моде. Что-то такое, я не знаю. Это так, чтобы человеку не было обидно, наверное, услышать. Потому что мое видео будет смотреть представители этого сайта тоже, и скорее всего, комментарии тоже прочитают. Наверное, им тоже не будет приятно услышать, что вещь, которую они продают, г. Хотя я, например, не вижу, что здесь что-то такое очень плохое. Вещи хорошего качества, на 4, некоторые даже на 5. Поэтому я могу смело рекомендовать вам этот сайт. Ссылочки на все я оставлю под видео. Обязательно будут ссылочки. Обязательно. Поэтому смотрите в инфобоксе под видео. Всегда на все, что я показываю в своих видео,
все, что я говорю, там-то заказала, тут-то заказала, всегда бывают ссылочки в инфобоксе под видео. Еще бывает, вот я замечаю, что мне, я в комментариях вижу, вот, Фатима, я у вас просила там на ссылку на что-то, а вы вот такая, а я нехорошая, мне ее не написали. Вы извините меня, девочки, вас очень много, я одна, у меня нет столько свободного времени, чтобы лазить по всем ссылкам, которые вещи, которых я заказывал, искать ту конкретную ссылку, которая вам нужна. У меня нет на это время. Вы экономите свое время, не хотите искать ссылку среди моих видео, хотя я на все вещи снимала распаковки. А почему-то не думаете о моем времени. У меня его практически не бывает. Все. Доча проснулась. Как раз конец видео, доча проснулась. Всем пока. Всем всего хорошего. Любите себя, балуйте себя обновочками. Лето на носу. К лету нужно готовиться еще зимой. Пока-пока.